появится такой опытный футболист, как Черчесов. Сейчас мы, наверное, увидим на повторе этот момент. И справедливое наказание. Вот справедливое. Не знаю, что с Черчесовым случилось в этой ситуации, но так играть нельзя, так как он себя повел. Больно смотреть на Олега Романцева. Ну вот этот момент, я думаю, ответом является на всю.